Уральские аграрии вдвое увеличили поголовье коров и на четверть площади под картофель. Речь о достижениях фермеров и индивидуальных предпринимателей по итогам сельхозхозяйственной переписи. Данные, взятые с разницей в пятилетку, посевные площади сельхозкультур за это время увеличили почти на 18%, без малого до 200 тысяч гектаров. Зерновых и зернобобовых культур стали выращивать почти на треть больше. В 2021 году ими засеяли свыше 80 тысяч гектаров против 63 тысяч в 2016. Общее количество коров за 5 лет увеличилось почти наполовину, до 11 тысяч голов. Сумма господдержки индивидуальных предпринимателей и фермеров за это время превысило 26 миллиардов рублей. В этом году она составит порядка 5 миллиардов.